А в деревне смеркалось. Снег опять с обеда посыпал. Вообще эта зима прям ух. Сугробы в рост. Деткам радости полные портки. Ну и взрослым дядькам тоже. Птички тут всякие разные. Этот участок огорода под уклон примерно, ну приличный очень. Вот он парничок. Сориентирован с юга на север, чтобы прогревался равномерно и утренним, и вечерним солнцем. Вот иду по пояс. Прочищаю, потому что потом сажать рассаду, еще когда снег не сойдет, чтобы можно было нормально туда пройти. Ну, плюс землю подкопать. Там она не замерзает особо. Вот такие вот наплывы снеговые. Довольно-таки приличный угол. Поэтому снег периодически осыпается. Но не всегда. А вот с западной стороны. Там вот только хвостик осыпанный и все. Парнику 10 лет. Вот стоит, ну, пока без нареканий. Но вот здесь вот герметизирую каждый год. То есть покупаю скотч вот такой, и чтобы щели не было. Здесь и снизу оно прижимается нормально. Ну, такие вот а-ля штифты. И вот такая конструкция внутри. Алюминиевая профильная труба. Укосы. Типа фермы. Со стяжками. Идет в распор. Потом столбик. 20 на 40 трубки. Значит, когда собирал, что-то поленился покупать аппарат для сварки алюминия. Поэтому все на саморезах. Прям вот все-все-все. Ну вот за 10 лет особо коррозии нету. Внизу ацеид, такая же алюминиевая стяжка, где-то сантиметров на 30 поднята от тропинки. И все замечательно. Ну, конечно, укосы, можно сказать, что мешают, но с другой стороны, зато к ним веревочки можно подвязать и рукой зацепиться, если туда вот шагать. А вот так вот снега насыпано. То есть боковая нагрузка ого-гошная. Ну, вот за 10 лет ни разу ничего не крякнуло. И поликарбонат, десятка, обычный, не эконом, тоже вот как бы без вопросов. Все нормально, все замечательно. Вот там вот по верхам раньше еще вешал инфракрасные обогреватели. То есть можно, в принципе, было там и до минуса все выращивать. И в том числе и зимой. Потому что, ну, десятка поликарбоната довольно-таки хорошо тепло держит. Плюс все углы, все торцы, они запененные. И снизу, вот единственное, что я упустил, когда строил, надо, конечно, вот туда было хотя бы пятерку ЭППС заложить. Но уж не заложил, ну, вот так. Ну, изнутри типа ручки, типа защелки, монтажную пластину на уголок. И вот, пожалуйста, готовые уголки. Все это на саморезах. Никакой сварки не надо. Вот сейчас с другого конца зайду. Вот сугробище. Но мне прям по плечо. А это типа весенний дренаж, чтобы вода уходила и не застаивалась. Ну, вот такой вот он. Полузасыпанный. Но нормально. За счет больших укосов конструкция держится очень крепко. И сверху положил конек. Типа оцинкованный. Потому что там, ну, по-другому никак. Иначе щель. А так конек под конек запенил. И все, никаких поддувов. Ну, весной покажу, что растет. Вот, вон у соседа елочки шикарные. У нас вот тут сосенка. У
соседа, он второго тоже сосенки.